Невероятных размеров тайник с золотом обнаружен в ходе раскопок в Израиле. Из тайника, найденного в городе Герцле, исследователи извлекли более 100 золотых монет общей ориентировочной стоимостью более 100 тысяч долларов. Монеты были спрятаны в разбитом глиняном горшке на территории Национального парка Аполлония. Кроме того, археологи нашли здесь сотни наконечников стрел и другое оружие, в том числе камни для катапульты. Раскопки проводятся при содействии Тель-Авивского университета и Управления природой и парков Израиля. В Израиль также направляется и делегация телеканала ТБН Россия и приглашает телезрителей, друзей и партнеров принять участие в поездке с 6 по 13 сентября. Участников тура ждет насыщенная культурная программа, посещение известнейших достопримечательностей Святой Земли, встречи с мировыми служителями, а также съемки уникального прямого эфира. Подробную информацию о поездке можно найти на нашем сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости культуры».